Ух ты! Кто это такой с большим ртом таким? Ясь, походу. Опа! Ребята, всем привет! Ловим сегодня на Висле. Выбрались вчера вечером на точку, которую искали очень давно. По карте, по видео. Довольно перспективную нашли точку. Но не смогли туда заехать, потому что там было все перекрыто. Перекрыты все подъезды. Поэтому пришлось действовать по плану Б. Приехали тоже на Вислу, но в другое место. Получается, что тут довольно широкий разлив. Наверное, метров сколько тут? 400. Есть остров, есть такой участок, перекрытый насыпью. Вот мы на этот участок сели, тут течение поспокойнее, поэтому будем пробовать ловить. Немножко подкормили, стала на точку мелкая рыбка, густерка, еще какая-то непонятная. Вот, будем выкармливать лещика и надеяться, что он к нам заглянет сегодня. Что-то повисло. Или корм не вымылся. Или что-то такое ладошечное. Да нет. Такая вот рыбка клюет пока. Что-то взяла на кукурузу. И кукуруза и перловка. Поклевочка была хотя бы интересная. Так, что это? О, это уже плотва. Тут плотва. Белая, я, кстати, заметил на Висле. Плотва такая, почти нет оранжевого цвета у нее. Кстати, может, ты словил такую плотву, подумал, что это другая рыба? Ну, я тебе могу сказать одно, что можно пробовать кукурузу с перловочкой. Поклевки будут реже. Рыбка будет крупнее. Вот рыба, которая клюет на опарыша. Блин. Была хорошая поклевка. Хотя вроде рыба есть. Но что-то не крупное в этот раз. Что-то в этот раз не крупное. Ух ты. Ну. Густерка.
Нормально. Ладошечная, а сильная какая? Речная. Такая вот. Ну, густеру мы с тобой укрупнили, хорошо. Работаем дальше. Так. Покажу. Угу. Поклевочка. Что-то взяла. Наверное, густь. А? Да? Наверное, густера хорошая. Ух ты! Кто это такой с большим ртом таким? Это... Ничего себе! Голавль! Тише, 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 тише! Что у тебя за трюк? А? 14-й гамакация. Короче, не огромный, не толстый, да? Да. Вот это уже рыбка. Теплая такая. Ну да. Хороший батон. О, какой красавец. Латвичка на перловочку. Да, вот на такую ловим прикормку. Траппер. Карпевата. Воды бежачи. Сейчас подмешаемся, а то закончилось уже. 3 минуты. Ай, какая-то такая поклевка была. Как в прошлый раз, головлиная. Но я что-то поторопился, если честно. А это хорошая новость. Не надо торопиться. О, что-то. Хорошая. На кукурузу. Подожди, что-то тяжело очень идет. О, легко пошло. Не пойму. Есть там вообще что-то или нету? Есть, но...
Только что. Вон. Смотри, смотри. Видел? Жерех как лупит. Отлично. Отлично я закинул. Корм в одну сторону. Кормушка в другую. Ага. Подустик. А как ты ее вылаживал прям? Что-то было. Что-то есть. Но не крупное. Слушай, густра такая сильная. Такая прям как морской карась какой-то. Так, перекинем вот эту удочку. Ух ты, как со старта вжарило на этот. На две перловки. Посмотрим. Кто у нас любитель перловки покушать? Ну так-то и не маленькая рыбка. Кто там у нас? Давай, давай. Ну чё ся? Что это за рыба такая? Ё-моё, что это такое за рыба? Подустик! Да какой еще подустик? На две перловки, а? О, какой! Не подуст, подустище! Слушай, приятно борется прям так. Мне нравится рыба на висте, вся белая. Подуст он же тоже немножко с оранжевым должен быть. Со собранным шмотом. И после митинга стартанул. О! Что-то я пока с тобой разговаривал. Тут хорошая пакля произошла. Но что-то я рыбы не вижу. На такую паклю минимум сом должен быть на десятку. Нет, что-то есть. Плотва. Да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тун-тун-тун. Мужики напротив. Почему-то понесло. Возможно, рыбка там. Что, было что-то? Слушай, на червя мамки взлетают.
50-граммовой мамки. Да. Хорошая рыбка. Ух ты, как давит, а? Ясь, походу. Не, этот подуст. Еще больше прошлого. Это подустище. Вот это подустик. Значит, и тогда мясо шел тоже подуст. Очень характерно. Какой подустище, а? О! Еще что-то взяло хорошее. Хотя в этот раз, наверное, все-таки что-то мелкое. В этот раз что-то мелкое. Тоже подуст, но мелкий. Ну сейчас же идет слом, дожди идут, грозы. Луна какая там фаза, более-менее? Фаза нормальная, да? Что там еще придумать? Какое оправдание, что не клюет? О, плотвичка. Плотвичка, сестричка. Что там? Рыба дня. Ё-моё! Так что ж ты молчишь? Нам же это надо снять. И... нам же это надо снять обязательно. А ты молчишь, ё-моё! Вот это Жорик! Игорек, лето прошло не зря. Это прошло не зря, ребята, это первый варшавский висленый лещ. Лещ. Просто посмотрите на этого красавчика. Слушай, ну... это мое почтение. Полтора. Есть весы, взвесим. Да, весы надо сгонять только. Я думаю, что у тебя фрикцион там, что-то зацепило. А он молчит потихонечку, там что-то вываживает. У меня было ощущение, что такая рыба, блин, понимаешь? Ага. На что? На, блин, на 5 опарик, пинок. Ну вот, вчера мои слова, ты помнишь? Да. Что сегодня свершится. Свершится чудо. День Икс. И слизь у тебя не зря там была. Так ко мне кинь. И потом достанем, взвесим? Но. В конце? Ну. Он, мне кажется, срет прикормкой, да? Да, срет вообще. Блин, ну это лопата нормальная, полтора. Ну, я печиво не... А? Кстати, печиво я не ложил. У меня было чуть-чуть там в форме печива. Угу. Я думаю, в нем где-то 600 кило. Ну хоть
Ты... Чуть стойка не упала, но что-то... Что-то не крупное, но... Загиб был серьезный. Загиб Загибыч. Да, густера умеет загнуть. Квивер. Должны. Густерочка. Очень сильная тут густера. Прям и поклевки, и вываживание, и в руке, когда ее держишь, чувствуется. Сила, ну, речная. Ну что, ребята, закончилась очередная рыбалочка наша. Подходит к концу. Половили мы рыбку. В принципе, рыбалкой остались довольны. Словили очень большое разнообразие рыб. Был подуст, голавль, лещ, уклейка, подлещик, плотва, густера. Были неплохие экземпляры. Влетел один лещик. Сейчас его взвесим. Ну и давайте посмотрим, что вышло по итогу. У нас... Такой вот улов вышел. Подустики, голавлик и лещик. Сейчас сделаем инспекцию веса лещевого. Так, во-первых, можем взвесить все в сумме. Так, 4 килограмма 200 грамм. С этой штукой. Но она весит сколько? Грамм 500. Инспекция лещика. Какие твои эти оценки? Кило 300. Я думаю, кило 500, кило 600. Ну, хотя ты прав. Кило 220. Собственно, река Висла. Отличное место. Встретимся на рыбалках.